В Тюмени завершился Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. В его рамках выбрали лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. На их реализацию 80 победителей получат гранты от 30 до 100 миллионов рублей. В работе форума приняли участие министр строительства ЖКХ Владимир Якушев и губернатор Александр Мор. Они вручили награды и посетили выставку. А во время брифинга отметили, что конкурс очень сплотил жителей российских городов и дал стимул для творчества. Когда вот исторические центры крупных городов тоже поддержать именно в рамках конкурса, чтобы это еще сплачивало людей и в таких, ну, как бы крупных городах, административных центрах, когда будет бурное обсуждение, люди будут активно вовлечены в эти процессы, мне кажется, это тоже заслуживает достаточно серьезного внимания. Даже если ты не победил, это очень хороший стимул для развития местного творчества, для развития творческих команд архитекторов, в первую очередь местных. И я уверен, что через буквально, может быть, несколько лет мы получим высокопрофессиональные команды архитекторов по-настоящему мирового уровня, которые способны и для больших, и для малых городов делать по-настоящему современные, комфортные, благоустроенные проекты.